Любуясь радугой на струях фонтанов Брюсселя, не забудем о физике и обратим внимание на два факта, требующих объяснения. Во-первых, радуга видна на фоне хорошо освещенного пейзажа. Следовательно, при ее образовании, помимо разложения белого излучения в спектр, должны происходить процессы усиления света. Кроме того, обратим внимание на последовательность цветов спектра в радуге. Соответствующая красно-оранжевым цветам длинноволновая часть спектра располагается на внешней дуге окружности, наиболее удаленной от Земли. В качестве двумерной модели водяной капли используем цилиндр, изготовленный из стекла, показатель преломления которого несколько превышает показатель преломления воды. Помещенный в параллельный световой пучок, имитирующий лучи Солнца, он фокусирует его, подобно собирающей линзе. Однако, присмотревшись, можно заметить дополнительные узкие световые пучки, возникающие при отражении света на переходе из капли в воздух. Для облегчения наблюдения этих пучков удобно увеличить их интенсивность, посеребрив ту часть цилиндра, от которой они отражаются. Теперь интересующие нас световые пучки можно легко рассмотреть и заметить, что они имеют окраску, характерную для разложения белого излучения в спектр. Используя диафрагмы, нетрудно отсечь ту часть освещающего каплю параллельного пучка, лучи из которой не участвуют в образовании радуги. Теперь хорошо видно, что радуга формируется теми лучами, которые, испытав преломление на входе в каплю, отражаются от ее внутренней поверхности и только после этого выходят наружу, вторично преломляясь на границе диэлектрик-воздух. Несмотря на то, что энергетические потери при отражении света на внутренней поверхности капли весьма велики, именно эта схема приводит к усилению света, позволяющему видеть радугу на фоне светлого неба. Дело в том, что для рассматриваемой схемы прохождения лучей существует такой угол падения исходного излучения, при котором производная от результирующего угла поворота света оказывается равной нулю. Это значит, что целое семейство лучей, распространяющихся вблизи указанного угла падения, будет направлено каплей в одном направлении, что и приведет к усилению света. Теперь придется напрячь пространственное воображение и перейти от плоской двумерной модели к реальному трехмерному случаю. Из соображений симметрии ясно, что наблюдаемая картина не должна меняться при повороте стеклянного диска вокруг оси, ориентированной вдоль направления распространения освещающего пучка света. В результате формирующие радугу усиленные пучки света будут образовывать коническую поверхность, составляющую постоянный угол с направлением распространения солнечного света. Очень небольшая часть этой поверхности попадает в зрачок глаза наблюдателя и фокусируется хрусталиком на сетчатке. В результате одна капля формирует на сетчатке изображение светящейся точки, цвет которой определяется углом между направлением распространения солнечного излучения и прямой, соединяющей эту каплю с глазом.
Капли, расположенные выше или ниже рассматриваемой, направляют в зрачок излучения под несколько отличающимися углами, что приводит к изменению цвета их изображения. Для выяснения механизма образования характерной дуги удобно рассмотреть ход преломленных каплей лучей со стороны освещающего каплю Солнца. До сих пор рассматривался лишь свет, рассеянный каплями, лежащими в вершине дуги наблюдаемой радуги. Расположенные справа и слева от соединяющей глаз и вершину радуги плоскости капли создают светящиеся радужные конусы такого же углового размера. Для попадания их света в зрачок глаза необходимо, чтобы соответствующие капли находились тем ближе к Земле, чем дальше они располагаются от вершины радуги. В результате в небе возникает светящаяся дуга. Завершая рассказ об образовании радуги, нужно сознаться, что он был далеко не полным. Мы не касались существенных для эффекта явлений интерференции и дифракции света, а самое главное, обеспечивающего разложение белого солнечного света спектр явления дисперсии.